Добрый день, рада вас приветствовать на занятии. Тема сегодняшнего занятия – это производные основных элементарных функций. Сегодня мы говорим о том, как вычисляются производные тригонометрических, показательных, логарифмических, степенных функций и так далее. Давайте начнем с производной логарифмической функции. Производная, значит, логарифмической функции – это, допустим, y равная натуральный логарифм от x равняется 1 деленное на x. На предыдущем лекционном занятии мы говорили о схеме вычисления производных. Используя данную схему, вы видите алгоритм вычисления производной y равная натуральный логарифм от x. И в результате мы получаем производную от натурального логарифма, она равняется 1 деленное на x. Или, допустим, как второй момент, когда, допустим, необходимо найти производную логарифма числа x по основанию a, то производная данной логарифмической функции будет равняться 1 деленное на x натуральный логарифм a. Если мы говорим о показательной функции, такой как y равная e в степени x, то есть производная экспонента равна самой себе, то есть e в степени x равно e в степени x, ее производная. Если мы говорим о производной степенной функции, y равная n x в степени n, то ее производная будет равняться n умноженное на x в степени n минус 1. Производная степенной показательной функции, то есть f в степени x, f от x в степени φ от x, она усложняется, необходимо найти ее производную сложной функции, представленной по формуле 7.27. И если мы говорим о производных тригонометрических функций, к которым относятся синус, косинус, тангенс, котангенс, то производная от синуса будет равняться косинусу. И представлен, используя схему вычисления производных функций, мы можем вычислить, говорить о том, что от производная синуса будет равняться косинусу. И, соответственно, от косинуса производная будет равняться минус синус. От тангенса производная будет равняться 1 деленное на косинус в квадрате x, а от котангенса, соответственно, минус 1 деленное на синус в квадрате x. Здесь вам представлены задания для самостоятельного решения, используя формулы для вычисления производных элементарных функций. И список литературы, который также вы можете воспользоваться для изучения данной темы.